Отчаянный прыжок. В Бурятии мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с поезда на полном ходу. Случилось это накануне в районе Северобайкальска. Как стало известно, 31-летний мужчина ехал со своими приятелями из Усть-Кута в таксимо на работу. По дороге друзья выпивали. По словам очевидцев, мужчина был в депрессии и, решив, что выхода нет, выпрыгнул из двигавшегося на полном ходу локомотива, пытаясь таким образом свести счеты с жизнью. Усть-кутянин получил серьезные ранения, черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Армейский клич. Сегодня в Бурятии стартовала осенняя призывная кампания. С 1 октября по 31 декабря текущего года ряды военнослужащих пополнят 1000 граждан Бурятии. В Минобороны России отмечают, что не все призывники добросовестно исполняют конституционный долг и уклоняются от службы в армии. Халява закончилась. Жителям и гостям столицы Бурятии вновь придется платить за парковку около железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Так, с недавнего времени коммерческая организация, обслуживающая пост, снова перекрыла привокзальную площадь шлагбаумами и стала изымать деньги у водителей. Первые 25 минут бесплатные, затем карманы на выворот. В основном от введенных правил страдают таксисты, обслуживающие приезжающие и уезжающий народ.